Какую поддержку оказывает посольство США женщинам-предпринимателям в городе Кишинев? We have a variety of programs. One program that our agency. У нас разнообразные программы под руководством USAID в области предпринимательства. Одна из программ относится к сети женщин, занимающихся сельским хозяйством, которым выделили финансовую поддержку. В стране были определены 5 зон, в число которых входит и Приднестровье. По этому проекту были выделены 4 миллиона долларов в поддержку текстильной промышленности, индустрии моды, в которых работает 23 тысячи рабочих, из коих 90% женщины. Эти программы обучают дам тому, как открыть бизнес, как работать менеджером. Предлагаемые проекты принесут доход женщинам, но самое главное, поможет им стать независимыми. В них будут участвовать группы бизнес-леди из Америки, которые встретятся с предпринимателями Молдовы и обменяются с ними опытом. See how businesses run by women in the United States operated.